до лета еще не скоро, поэтому продолжаем наслаждаться ароматными согревающими супами. Подготовим овощи, нарезаем лук, корень сельдерея, ароматные горькие перцы и много чеснока. В кастрюле с толстым дном до румяной корочки обжариваем куриные бедра. Вынимаем и закидываем лук и сельдерей. Как слегка обжарятся, закидываем перцы и чеснок. А спустя минуту молотый перец, кориандр и пару ложек томатной пасты. Греем все вместе пару минут, а пока снимаем кожу с бедрышек и отправляем сушиться в духовку, пока она не станет хрустящей, а мясо возвращаем в кастрюлю. Добавляем пару стручков острого перца, лаврушку и палочку кассии или корицы. Солим, вливаем воду и даем этому побурлить минут 40. Параллельно ставим вариться рис. Спустя 40 минут достаем из супа перец, кассию и лаврушку. Курочку тоже можно достать и отделить от костей. Возвращаем в суп мясо, рвем вешенки и корректируем по соли. Варим еще 10 минут и подаем. Домашняя еда может стать интересней. Пробуй и согревайся.